Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Матвей сегодня, великолепное Динамо, которое заболело в прошлый раз. Сори. Человек, который надел майку наизнанку, Виктор Блатов. Сегодня случится битва, ту, которую вы ждали очень сильно. Сегодня они в сборе, максимально здоровые, особенно Витя. Ну давай, давай, значит, расскажи сразу о том, что... Да ничего не буду, бля, Голенастополе, все. А теперь я вам показываю звуковое сообщение, которое прислал мне Виктор Блатов за полчаса до съемок. Знаешь, что я побаиваюсь? Что я сейчас просто с больной ногой хлопну его тоже, как бы, да? Сука, я тебе вообще хуй, что пришлю слышать. Я тебе вообще больше ничего... Я буду только звонить тебе в следующий раз и говорить все вот это, понял? 20 мячей будет у каждого из нас. Каждый из нас пробьет по 20 мячей. Получается, 60 ударов сегодня вратарю ожидает. Тим, тебе сегодня 60 ударов, представляешь? Тимур, любимец Ромароя, просто проигравший сегодня, фоткается со всеми и в день выхода ролика публикует пост о том, что эти двое бьют штрафные лучше меня. Ну, я думаю, что это могу быть я. Справедливо, да, справедливо. И еще, если проигрывает Витя Блатов, то 100 тысяч рублей с него. В ролике, который сегодня будет, решается, какой бан. То есть будет еще определенная сумма денег. А я вам сейчас ее озвучу. Первое место – деньги, второе место получает по удару по жопе от первого и третьего. И третье место получает самое жесткое наказание – это моральное, вот, моральное унижение. Да, ты просто должен сообщить всем своим подписчикам о том, что ну вот эти двое, они лучше, чем я. Ура! Что у тебя с ногой? Расскажи. Мне так ебали вчера, просто. Ты в сканы бегал, да? На! Туда еще более перекрытый. Потянешь? Я таких не встречал ни разу за этого в жизни. Дело, ты будешь левый бить? Да не, я щекой побью. Но есть моральный мандраж из-за этого? Вообще, похуй, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Прошлая битва была проиграна с Разгуровым. Герма меня уделал. Поэтому сегодня с вами Златан, не Ива. Будем доказывать, ребят. Она счастливая от футболочки. Давайте сделаем подарок Тимуру. Пускай Тим сам выберет, кто из нас будет какой бить по счету. Первый, второй, третий. Давай так. Первый. По-братски, по-братски. Это нечестно, первый. Будем доказывать, ребята. Она счастливая от футболочки. Да, у нас Тимур тоже может получить бабки. У него есть личное противостояние с каждым. То есть у каждого получается, у каждого 20 ударов. И если кто-то из нас забивает меньше 5 мячей, то Тимур за каждого получает по трешке. То есть у него есть шанс забрать девяточку. Ты работал в Мегафоне? Да. Это правда, что ты набивал себе отзывы, чтобы получить премию? Да. Да, это действительно так. Я правда работал менеджером по продажам. И сразу же после этого выпуска у Жени Савина со мной связались ребята из Мегафона. И мы решили, что я просто не могу вам не рассказать о крутом тарифе. Ну вот давайте так, что вы любите больше всего? Онлайн-игры, полистать ленту в Инстаграме, посмотреть YouTube. Но для всего этого нужен годный домашний интернет. Так, и вот как раз именно крутой домашний интернет от Мегафона я советую вам. Ну а если ты уже абонент Мегафона, то домашний интернет для тебя будет практически бесплатный. Скорее подключайтесь к тарифу «Объединяй» и платите за домашний и мобильный интернет вместе. В данном случае советую то, чем сам активно пользуюсь. Ссылка в описании. Витя сказал: охуительно. И съел просто. Инсайт, инсайт. Скажи мне, Тимур сказал, первый чемпион. Такая тишина максимальная, просто заряженный. Ну это хорошо. 3 из 5 это прям очень круто. Уверенность я почувствовал, серьезно. Чувак, ты сейчас за один раунд набрал больше голов, чем за 20. Да. Не знаю, что будет сейчас предпринимать Блатов, но мне не хотелось бы, чтобы он тоже 3 забивал. Знаешь, вот в случае, когда у вас все будет получаться, мне третьим не очень приятно. Первый раз ударю, посмотрю, где голеностоп будет, а там уже подумаем. Больно пиздец, если честно, очень больно. Ты понимаешь, ты с больным галиком бьешь лучше, чем большинство в нашей команде, без каких-либо травм. Невелико достижение, если честно. Просто иди сюда. Я просто в ахере. Я в шоке от того, что я вообще участвую с этими ребятами. Я думал, что это будет изи прогулка, а что-то не похоже на это. Выдохнули.
Не, ну ладно, 2 из 5, типа, нормально, я доволен, если честно, уже пойдет. Чуваки, а куда я попал? Вообще никто не ожидал. Куда я попал? Не, просто Витя как бы травмированный, я ждал, что у него как бы вообще все плохо будет. Я думал, что ты после того, что ты забил 2 из 20, тоже будет не очень. Я просто объясню, почему я не ждал от Вити. Ему носки было больно одевать. Да, не, серьезно, Витя, огромный респект. Обязательно загляните к нему на канал. Поддержите Витька, он правда старается. И даже через боль бьет, и еще как бьет. Все для вас, ребят. Охереть просто, блядь. Аха, муха, а? Очень плохо. У меня, кстати, реакция одна на все проекты. Как же это плохо, как же это плохо! Можно сразу сфоткаться? Да, я сразу сфоткаю с вами, и все, и хватит. И нет, все равно даже один единственный не залетел, твою мать, а! Ты меня понимаешь? Чувак, я с баранкой, я просто с баранкой. Как тебе удары? Я вообще чисто похер на бабки, которые я могу выиграть. Вы меня просто позвали поунижать, потому что эти двое бьют вообще без шансов. А ты в створ не попадаешь, не оставляя шанса отбивать. На взлет! Вот! Летит! Летит! Ёпарасоте! Тимука! Блин, я поверил, что все это сейф. О, хорошо, штанги. Пацаны, этот гол хочу посвятить не Борису, а Боре. Спасибо, спасибо. Как страшно он летел опять, а? Ну, один, да? Чувак, ну у тебя 5 мячей, и, чтобы ты понимал, у меня как бы один промах, и я уже не достаю тебя. 5 мячей забито у Матвея, 2 забито у Вити, и я просто не участвую в вашем челлендже, я вырежу себя. Я в рот ебал, ты говно, блядь. Да ладно тебе, не ругайся, все нормально. Последний мимо бей, блядь, и я 3 удара забиваю и ничейка. Да сука, а! Стабильность без одной ноги, это вообще 100% мастерство. Да идите в жопу оба. Стоп, стоп, стоп. 4, 5, 0. А, все, все. Это называется, знаешь, как в хороших фильмах, когда в голливудских, когда ты проигрываешь, все, у тебя все плохо. Потом появляется Сталлоне и говорит, важно не то, как ты бьешь, а то, как ты поднимаешься после удара. Давай. Надо сбить. Я уже собрался. Это как после первого раунда. Давай. Надо сбить. Все, идите отсюда. Да что б такое? Почему ты не выкручиваешься, а? Да! Сидит второй, сидит! Да ёб твою мать, а! Все, я обосрался в первом раунде, я просто понимаю, что мне не хватает дополнительных там 2 мяча, которые вот за которые я могу зацепиться. Что сделать против такого удара? Я просто... Мне нравится реакция Тимура, который реально не понимает, зачем мы позвали. Либо вообще в молоко, либо в такие, где он даже прыгнуть не успевает. Че, пошли там, бахнем один разочек. Один забитый из 5, и вот это твоя провальная серия. Но да, даже в ней, блядь, ты забил 1. У меня 0 вообще в первой серии, чувак. Не, сейчас что-то прям свалилось с подъема удара, все выше. Мне кажется, уже немножко такая нервяк подходит, даже близко не, к финалу. Да ёб твою! Ты пошел? Это что? Ёб твою налево, что он делает? Сука! Я в ахере, я просто в ахере!
пока он ставит мяч, тут небольшой психоз сейчас у Моти был, потому что Витя обошел Моти. Я в бахере просто, я не знаю, блядь, как он это делает. Успокойся! Это Амкал, что не чувствуете, да? Реально, для Булатова эта точка как будто пенальти, он слишком легко это забивает. Ну вот либо сейчас, либо никогда, потому что, чтобы цепляться там за Мотю каким-то образом, мне надо забивать ну, практически все, хотя бы 4. Да твою мать! Почему, блядь, почему он так делает? Да идите нахер, блядь, я вообще не понимаю, почему ваши залетают, сука, а мои нет. Нет, вот сейчас... Да твою мать! Вот сейчас ты подошел к мячу нормально, тогда ты просто бежал прямо и такой, ну я выкручу и так, пизду, блядь. Ну мне надо, чтобы, короче, ну я Блата уже не догоню, а Моти надо, чтобы не забил ничего. Перспективненько. Сходи поешь каши сейчас в столовой. Чтобы вы понимали, когда обсирает вратарь. Это Венисиус, скорее всего. Серьезно? Это просто, это очень жестко, потому что, ну, типа, знаешь, ты уже, я уже в таком положении, из которого хер ты выберешь. То есть, знаешь, я говорю, одна провальная серия, самая первая, она сразу выбивает практически. Да, да. Я выхожу вперед на один мяч, но это ничего не значит с Витей. Просто, ну как бы. А у меня три! Ну как бы. Нет. Я тебя как бы уже не могу догнать, поздравляю тебя. Ты уже точно не выкладываешь фото. Цель типа, ладно, я не против даже ничью сыграть, но главное, чтобы типа я просто забиваю девятый, он никак уже не догонит. Девятый! Ничеечка! Так, все спокойно. Да, нахуй я это делаю? Мне нравится, друг, честно. Я как, ну, реально, друг, правильно? Независимый эксперт, да? Нет, ну, нравится. Засранец! Нет, ну здесь только поаплодировать можно. Ладно. Первое место. Дай последний, дай последний. Он достоин, да. Без вопросов. Это реально, это как с Тором, все еще достоин. Даже сломанный, поломанный, с одним галиком. Он все еще достоин. Огромный респект тебе. Сейчас будет 5 для красоты. Но они, кстати, не совсем для красоты, потому что у меня 3 забиты. И мне надо 2 забивать, чтобы Тимур без бабок остался. Да, ну все, уже момент отчаяния наступил, уже как бы настроение. Сами понимаете, какое. Но надо хотя бы закончить красиво. Хорош! Комбэшку! Звоните в комбэшку! Тимур забирает трешку. Вы готовы на реванш? Ну, я хочу честно, я очень хочу с Блатом. Окей, давайте устроим вашу битву очно. Легко. Чуваки, 100 тысяч лайков, вы знаете, что делать, и будет очная битва. Он знаешь, отремонтирует галик. Да, я все прикручу себе на шурупы, бля, и туда. И будет жарко. Но у нас есть самая приятная, во-первых, фотография. Которая уже выложена. Ну да, которая уже выложена в Инстаграм. Обязательно зайдите в Инстаграм, и хоть какой-то плюс будет от того, что я выкладываю пост. Поставьте лайк, потому что это самая неприятная фотка моя в жизни. Фотка есть, они радуются. Ну давайте хотя бы по жопе Моти пробьем. Блин! Второе место-то у нас еще. Удар у меня, удар у Блаты и удар у Тимура. Самое приятное. Ой! Ай, хорошо! Куда ее? Я прям прочту. Футбол уже не мое, я старый, окей. А вот по жопам бить челленджи, это мое. О,
А вот это прям туда место было. Ай, строго. Там у Германа, у Германа неприятнее. 100% Свити, реванш 100%. Без проблем, ребят, я только за. Ну, ребят, 100%, 100 тысяч лайков, вы знаете, что делать. Накидайте пальцы вверх. Накидайте 100%. Давайте, причем, давайте тогда так. Давайте сделаем так, чтобы в одном ролике, помимо битвы у вас с 20, ну, помимо смокшотами, у вас были еще. То есть у вас, чтобы и пенки были. Да, из наката. Из наката. Это будет прям битва, да? Окей, да. То есть прям битва, и вы сыграете на один из вас выложит фотку, что он лучше меня. Согласен. Друзья, обязательно подпишитесь на всех. Есть замечательный инстаграм Тимура внизу. Туда прям очень надо зайти, там фотки из Турции прям горячие. А есть фотки у Блатова где-то, не знаю где. Где-то есть, канал у него есть. Все по Блату, инстаграм тоже внизу оставим. Матвей. Человек, который забивает Динамо, забивает эти меня на канале, сука такая. Всегда забивает просто, тоже внизу инстаграм, обязательно подпишитесь и следите за дальнейшими. Он там спокойной ночи еще, может, денечек дожелает мне. Сегодня последний у него, да, как раз. Друзья, на мой канал, чтобы не пропускать новые видосы, тоже подпишитесь. Всем спасибо, всем. Сейчас поменять наш мир, колокол и лайк просто нажми. Денег полон будет карман, и жить вечно будет маман. Годные видосы тут будут чаще, и Амкал снова затащит. Большой палец вверх жми, и после смотри слева, справа.